Добро пожаловать во дворец спорта «Юбилейный», где в пятой игре турнира памяти заслуженного тренера России Валерия Васильевича Шилова команда «Сканева», город Санкт-Петербург, сыграет с командой АКМ «Тульская область». Состав играющих команд. Команда АКМ, вратари, номер 30 Сергей Большаков, номер 66 Игорь Тяло, защитники, номер 2 Евгений Шатуров, номер 3 Даниил Жураков, номер 11 Арсен Нургалиев, номер 22 Даниил Цехановский, номер 26 Евгений Катичев, номер 27 Евгений Воронков, номер 44 Даниил Авагиев, номер 59 Никита Волосенков, номер 77 Андрей Виноградов. Нападающие номер 8 Александр Кулагин, номер 9 Артур Немида, номер 10 Иван Петраков, номер 12 Владислав Рыбаков, номер 13 Руслан Навруза, номер 23 Максим Лазарев, номер 24 Даниил Панов, номер 28 Семен Тварина, номер 33 Руслан Шамсудинов, номер 55 Руслан Шайкулов, номер 71 Никита Колесников, номер 87 Денис Мингареев, номер 88 Евгений Рымарев, капитан команды, номер 96 Егор Яковлев, главный тренер команды Дмитрий Александрович Крамаренко. Состав команды «Сканева». Вратари. Номер 33 Никита Богданов. Номер 83 Павел Ромашкин. Защитники. Номер 9 Арсений Карамыслов. Номер 36 Степан Анисимов. Номер 63 Георгий Солянников. Номер 80 Григорий Грязнов. Номер 82 Иван Ремезовский. Номер 85 Арсений Бринкман. Номер 92 Кирилл Кирсанов. Нападающий номер 7 Данил Собунов. Номер 8 Дмитрий Овечкин. Номер 17 Матвей Кабуш. Номер 25 Николай Поляков. Номер 27 Денис Орлович Грудков. Номер 43 Алексей Ажгики. Номер 50 Владислав Курбатов. Номер 52 Андрей Проскурня. Номер 59 Григорий Кузьмин. Номер 71 Павел Калдыкин. Номер 88 Даниил Агерчук. Номер 91 Альберт Ковозов, капитан команды. Номер 94 Семен Демида. Главный тренер команды Александр Николаевич Титов.
Передач Кирилла Херсонова, номер 92, и Григория Кузьмина, номер 59. Шайбу забросил Данил Сагунов, номер 7. Команда АКМ играет в полном составе. Thank you.
соперника Клюшки. Малым штрафом наказан игрок команды «Скайвар» Семен Демидов, номер 94. Последняя минута первого периода. Команда «Скайвар» уже полностью. За подножку малым штрафом наказан игрок команды АКМ Никита Колесников, номер 71.
За подушку малым штрафом был наказан игрок команды Скайневай Солянников номер 63. С передачи Александра Кулагина номер 8 шайбу забросил Евгений Рымарев номер 88. Команда Скайневай играет в полном составе. Стоит.
С передач Максима Лазарева, номер 23, и Даниила Анопа, номер 24, шайбу забросил Егор Яковлев, номер 96. Команда «Скамина» играет в полном составе. За подножку малым штрафом наказан игрок команды АКМ Никита Волосенков, номер 59. Последние минуты второго периода. Передач Дениса Орловича Крупкова, номер 27, и Арсения Бринкмана, номер 85, шайбу забросил Даниил Агерчук, номер 88. Команда АКМ играет в полном составе.
Косов Егор Яковлев, номер 96. Команда «Сканева» играет в полном составе. Yeah!
Лазареву номер 23 и Ивана Петракова номер 10. Шайбу забросил Даниил Аноп номер 24. Команда «Скайнева» играет в полном составе. Назначается дополнительный период продолжительностью 5 минут или до первой заброшенной шайбы.
для определения победителя. В ушах нет.